И снова здравствуйте, друзья! Сегодня на канале коротких обзоров у нас уникальная новинка из мира кнопочных телефонов. Мобильный телефон с IPS-экраном, что прямо записано на коробке, отражено блестящими буквами IPS. Модель называется Only. Компания BQ представила модель Only под кодовым номером 2815 BQ 2815 Only с IPS-экраном. У нас телефон будет в белом цвете. Кроме того, он поддерживает две сим-карты, памяти немножко. 2,8 экран IPS, как я уже говорил несколько раз, 240 на 320 точек. Поддержка карт, FM-радио на 1000 мАч, а батарея. Телефон также будет, может быть, в красном свете и в желтом, ярко в желтом. А хочется его увидеть, посмотреть, что же такое за чудо. Вот наш телефончик. Сразу обращаю внимание, темный экран. Наклеена пленочка чуть-чуть с пузырьками, не совсем аккуратно, видимо. Но у нас черный экран, темный, не тонированный, а именно IPS-экран. Также у нас в комплекте идет коробка, гарантийный талон бумаги, зарядное устройство с присоединенным кабелем, наверняка на пол ампера всего лишь. Но наша сегодняшняя звезда — это телефон в белом цвете, вот такой строгий, тоненький, но без камеры. Без камеры он у нас совсем кнопочный телефон, без камеры. Вот эта наклеечка, как на смартфонах, он не тоненький, ну, наверное, сантиметр, может быть, миллиметров 8-9 сантиметр, и нет. Здесь лоток под сим-карту, то есть у нас должен быть короткий еще ключик. В действительности есть ключик, традиционный ключ, и давайте сразу посмотрим, поставим сим-карту в лоток. Лоток на две на сим-карты и флеш-карту, то есть такой у нас комбинированный получается лоток, больше нет никаких лотков. Две сим-карты и флешка, то есть комбо-слот у нас здесь получается в этом телефоне, комбо-слот. Сим-карту мы поставим нано-размера, ключики. Вот такое решение из мира смартфонов пришло нам в кнопочные телефоны. IPS-экран, лоток, компактный телефон. Впрочем, такое было уже у Alcatel, ну и других, возможно, телефонов встречалось именно так. Дальше посмотрим, что у нас есть. Динамик разговорный, он, видимо, выполняет функцию сразу громкой связи. Здесь отверстие не знаю под что. Возможно, для звонка. Зарядка, отверстие микрофона и все. Больше интерфейсов у нас нет. Ну, давайте включим нашего красавца. Телефон выглядит очень элегантно. Загорается у нас BQ, какая-то анимация здесь, и вот такой крупный шрифт. Крупный шрифт там представлен здесь. Билайн мы увидели. Билайн, две сим-карты, зарядка, крупные часы. Вставьте сим, Билайн. Ну, давайте посмотрим. Посмотрим наше меню. Меню. Точнее, сначала джойстик. Джойстик аудиоплеер пусто. Мы флешку не ставили. FM-радио работает без гарнитуры. А здесь, кстати, по поводу гарнитуры, 3-5 слота нет. Через USB гарнитура, если работает, но она не представлена у нас в комплектации. Вот подсветочка работает клавиатуры. Органайзер, сим-меню, будильник. Посмотрим, сколько элементов можно использовать. 5 элементов. Секундомер, калькулятор, календарь. Возьмем калькулятор. Небольшие цифры, крупные элементы управления, показывающие как бы наш калькулятор. Элементы управления, калькулятор влево. У нас сообщение, традиционное сообщение. Настройки SMS, статус памяти. Может сохранять до 50 SMS-сообщений. Не густо, скажем так, не густо. Так, а мы еще посмотрим, написать сообщение, буковки. Вот такие буковки получаются у нас, циферки среднего такого размера. Не очень мелко, но в принципе читабельно. Отмечу, что когда в этом цвете телефона загорается подсветка, то читабельность шрифта пропадает. Лучше бы она не включалась совсем. Совсем не включалась наша подсветка. Давайте продолжим меню. Вот такое крупное меню. Фанбокс традиционный, который, напоминаю, платно просит, ссылает смс и просит игры. Ага, ну вот они, купить, играть 5 раз бесплатно. То есть игры здесь есть 7 штук, но они тоже платно в конце концов становятся. Настройки, потом мы рассмотрим с вами. Вызовы, сообщения мы смотрели. Контакт, книга контактов. Опции, настройки телефона. Статус памяти до 100 номеров, то есть телефон поддерживает 100 номеров памяти, в то время как сим-карта 110 номеров поддерживает. Скромные, очень скромные параметры для такого красивого телефона. Да, IPS, вот отличная картинка.
Вот в действительности IPS, я наклоняю под разными углами, и у нас изображение не пропадает. Вот оно видно, видно со всех сторон. Bluetooth, есть Bluetooth на этом устройстве, то есть можно Bluetooth гарнитуру подключить. Мультимедиа, изображение, FM-радио, список файлов, но как камеры здесь нет, поэтому здесь мы ничего не сделаем. Фотографии не сделаем здесь. А так бы неплохо было иметь фотоаппарат в данном телефоне. Посмотрим громкость, профили, настройки безопасности, параметры сим-карт, настройки. Настройки телефона, параметры экрана, фоновый рисунок можно изменить. У нас всего одно изображение. Так, автоподсветка экрана, подсветка клавиш. Вот подсветку клавиш можно отключить, тогда у нас она не будет загораться. Читабельно, но в темноте может немножко и пропадать. И пропадать может немножко. Настройки телефона, время, язык предпочитаемые. Элегантность телефона компенсируется его слабой функциональностью. Слабым функциональным набором софта. Назначение кнопок. Ага, давайте сразу проверим. Быстрый вызов. Быстрого вызова нет у нас. Быстрого вызова нет, если, конечно, оно не включается где-то. И давайте профили посмотрим на предмет звука. Типа оповещения только звонок, вибрация и звонок. Поставим, проверим, есть ли у него вибрация. Звонок. 5 мелодий. Традиционные из BQ мелодии. От компании BQ. Ну, наверное, первая самая она интересная. Громкость звонка. Семерочка максимальная. Так, послушаем. Да, у нас общий динамик. Когда лежит на столе, то у нас все слышно. Когда мы перевернули, то у нас глухо. Бюджетное решение при ярком экране. Таком отличительной особенности. Особенностью этого телефона. Такое бюджетное решение. Ну, позвоним давайте. Тихо, тихо работает. Вам помочь? Пожалуйста, задайте мне ваш вопрос. Громкая связь чуть получше. Платные услуги. Громкая связь чуть получше работает, но в качестве разговорной динамика слабовато. Ну все, можно отключиться, можно не слушать дальше данный телефон. Данный телефон. Кому этот может телефон потребоваться? Тому, кто не требователь, не нужна камера, две сим-карты, возможно, и такой дизайн тоненький. Тоненький, легкий, простой дизайн. Ага, блокировка у нас по клавишам, по двум нажатиям клавиши, переключение. Вот такой простой телефон с IPS ярким экраном, который хорошо будет видно на солнышке, но довольно бедный функциональностью самого софта, который предустановлен в данный телефон. Спасибо за внимание, ставьте лайки, пишите комментарии, напишите мне, пожалуйста, какие еще вы знаете телефоны с IPS экранами, кнопочные телефоны с IPS экранами, будет возможность сравнить, посмотреть, чем они отличаются, какие у них преимущества и стоит ли делать выбор именно на IPS экранах или взять более простым экраном, но с более насыщенным функционалом телефон. А всем пока!